Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Poco Watch. И сейчас я покажу вам, как настроить экран блокировки. Итак, мы тянем вот так вверх, нажимаем на настройки и здесь выбираем цифровой код. И нажимаем установить цифровой код и можем ввести код. И далее подтверждаем код. И таким образом мы устанавливаем код. Тут же его можно изменить. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.